Зашли в новый торговый центр. Удивляет, насколько интересный дизайн такой современный. А в старых были, то ну, там не настолько, как здесь. Конечно, дизайн просто удивляет. Удивляет дизайн, и это мы сейчас идем. Идем в туалет. Вот, то есть, ну, как бы красиво. Вот так вот. А вот лифты какие. Сейчас мы будем ехать на первый этаж. А мы на каком? Я не помню. Ну, интересно, интересный дизайн, очень интересный. Остальные торговые центры по сравнению с этим выглядят, ну, проще. Но я так понял, что это какой-то новый торговый центр, потому что много магазинов еще не открыто. Да, дизайн очень-очень современный, очень интересный. А вот и такой лифт. Подсветка интересная. Заходим, и кнопки у нас. Кнопки с двух сторон. Да, прикольно. Вот одна сторона, вон вторая сторона. Мы были на пятом. Такой вот потолок. На третьем остановились, кого-то подберем. Да, вот и люди заходят. Первый наш. Вышли с лифта. Вот что мы сразу видим. Такая интересная колонна с таким узором, подсветкой. Да, формы очень интересные в этом торговом центре. Эскалаторы таким очень особым образом сделаны. Ну, очень много пространства сейчас не занятого. Я думаю, что просто еще очень новый торговый центр, поэтому еще не заняты все площадки. Были на этаже с кафешками, как я уже говорил по поводу торговых центров. Как обычно, все сделано. Первый, второй этаж, одежда, обувь. Дальше третий игровой, четвертый кафешки, пятый кинотеатр и тоже какие-то небольшие кафешки. Много красного тут. Не знаю. Ну, вот так вот тут. Вот такой торговый центр. Называется он... Ой, интересное название. Не помню его. А, вот написано это название. Сейчас мы его покажем. Не знаю точно, как читается. Мауи Плаза, наверное. Ну, это карта этого мола. Вот такие вот китайские торговые центры.